Меж волн мелькает спас-жилет, и вот проходит лет 15, 20, 30. Мы видим маленький индийский городок, пред нами виллу, ей живет патриций, и у него приемыш крохотный сынок. Сынок красив, зовут его Шиамом, растет и крепнет, словно на дрожжах. Не помнит братьев и сестер, не видел мам. Отец нашел его в прибрежных камышах. Но вот беда, папашку отравили, спалили виллу, вытоптали сад. Шиама долго топором и ломом били, но он запомнил атамана взгляд. Вооружившись шашкой и наганом, в обойму входит ровно 2 ведра патрон. По жизни с песней он идет за атаманом и его бандой из 140 персон. Опять беда, он вновь попал в ловушку. Бандит сказал, что завтра, мол, убью. Его спасает очень ветхая старушка. Кричи, Шиам, узнай скорее, мать твою! Шиам узнал, к таким делам привычным. Обнялся с матерью, бандитов перебил и с атаманом разобрался, как обычно. Патронов 40 ему в голову всадил. Узнав наколку на груди у трупа, вскричала мать, поднялся страшный вой. Как оказалось, поступил Шиам приглупо. Был атаман, где аккорд, его родной сестрой. Спасибо лекарю, шаману, дядьке Рам. Поставил на ноги бедняжку за 3 дня. Какая встреча, брат, сестра и мама. Его отца идет разыскивать родня. Чего искать-то? Вот он стоит тут рядом, портрет своей семьи держа в руках. Он притворялся старым дядькой Рамом, а сам миллионер и падишах стоит в руках. Чё? Стоит в слезах, детишек обнимает, и в самом заключении хор поет. А те, кто с песней по жизни шагает, и никогда и нигде не пропадет. Это не я, это полковник. Уже покойник. Полковник молодец. Да.